Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», это прямая трансляция на нашей странице в Фейсбуке. Я Ксения Туркова, и я вас прямо сейчас хочу пригласить к дискуссии. Тему, которую вы видите на экране, тем, кто уже в курсе событий, те, кто уже в курсе событий, они сразу все поняли, а те, кто не понял и вообще не знает, что случилось и о чем речь, я им специально сейчас все расскажу. Коротко расскажу, а потом мы начнем дискуссию с человеком, вот, которого вы видите сейчас на фотографии, которая у нас на экране, и будете писать ваши комментарии, я их буду обязательно читать. Поэтому всех приглашаю прямо сейчас присоединиться. Спор о клоачном языке – это скандал последних двух недель, причем такой неожиданный скандал. Никто вообще не предполагал, что из небольшого поста в Фейсбуке профессора высшей школы экономики, филолога, специалиста по античности, по поэтическому языку Гасана Гусейнова вырастет действительно скандал, даже, я бы сказала, скандалище. И вот уже две недели обсуждают все этот пост. Я сейчас его прочитаю для тех, кто не читал и не знает. Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине не вмоготу выучить к своему русскому еще и украинский? Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском, и турецком, сербском, и французском, греческом, и польском, английском, и итальянском. А в Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, киргизов и узбеков, китайцев и немцев невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление. Черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники. Как же так? Как же я дошел до жизни такой? Потому что империя – великая держава? Наоборот, потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна. Очень много работы у следующих поколений, которым предстоит расчищать эти авгиевы конюшни. Из этого текста мы видим, что убогий клоачный язык – это язык, ну, прежде всего, газет, которые тут упомянуты, то есть днем с огнем не найти ничего на других языках, кроме того, клоачного русского. То есть имеется в виду в основном язык прессы и тот язык прессы, который транслируется через телевидение, через телерадио, естественно, воспроизводится и носителями языка. И тот, к сожалению, полный агрессии, ненависти и во многом действительно убогий русский язык, который процветает в России. Вот что имел в виду профессор высшей школы экономики, но из-за этого разгорелся огромный скандал. Ему начали писать всевозможные гадкие, неприятные комментарии, в том числе ксенофобского характера, учитывая его имя и фамилию. И все это очень неприятно читать. Разгорелся скандал огромных масштабов. И появилось это все в прессе, в той самой, о которой писал Гасан Гусейнов. Вот я предлагаю посмотреть на заголовки сейчас. Потому что если вы наберете в Гугле, например, Гасан Гусейнов, там, клоачный язык, вы увидите просто десятки заголовков. Десятки, вот видите. И даже Дмитрий Киселев рассказал в своей программе о Гасане Гусейнове. Появилось слово «клоачность», глагол «клоачить», то есть еще и неологизмы возникли на фоне всей этой истории. И финалом всей этой истории, ну не финалом, но таким промежуточным финалом, стало решение комиссии по этике Высшей школы экономики, которая постановила, мы сейчас тоже покажем вот это постановление, которое выпустила комиссия, там заседало 8 человек, которые входят в комиссию по этике Высшей школы экономики, они постановили, вот смотрите, рекомендовать профессору Гасану Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания. В общем, нужно извиниться, но не совсем понятно перед кем. И сейчас Гасан Гусейнов с нами на прямой связи. Гасан, здравствуйте. Здрасте. Я прошу прощения за такое долгое вступление, но я должна была поведать миру той его части, которая еще не знает. Хотя трудно представить, что кто-то не знает, ведь правда, уже наверное, все знают. Даже я не знаю, да, вот все знают, и моя жизнь, по крайней мере, последние две недели страшно изменилась, потому что вместо как раз работы о поэтическом языке я занят тем, что вот разгребаю ту кучу ужаса, которую сам же навалил, так что вот теперь приходится нам с вами это обсуждать. То есть вы проснулись знаменитым после этого поста?
Да, 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 наверное, да. Но я не знаю. Меня, с одной стороны, все это печалит, конечно, страшно, потому что твое имя мусолит вообще все, кому не лень. А с другой стороны, это получился такой вот неожиданный эксперимент, который принес кое-какие результаты, я думаю, для всех людей, занимающихся языком и общественными процессами, полезные, интересные результаты. Да, мы эти результаты обязательно обсудим. Вы знаете, что мне это напомнило? У Вуди Аллена есть фильм «Римские приключения», и там совершенно обычный человек вдруг становится звездой номер один. Он просто просыпается ни с того ни с сего, и у него все начинают брать интервью, он не понимает, что случилось вообще. Но до этого у него не собирался никто брать интервью. А я хотела просто уточнить, что в какой стадии сейчас находится вот этот конфликт, если можно его назвать конфликтом, с Высшей школой экономики. Собираетесь ли вы перед кем-то извиняться? И если нет, то что за этим может последовать? Вы знаете, никакого конфликта в Высшей школе экономики со мной или у меня с Высшей школой экономики я не вижу. То есть есть, конечно, некая ситуация административно неприятная для многих. И действительно, я понимаю администраторов учебного заведения и руководство, которое я невольно совершенно, так сказать, поставил в трудное положение. Но дело все в том, что сам документ, который вы прочитали и который мы увидели, он как раз составлен на том языке, против которого я выступал. И против этого документа уже выступило несколько сот студентов, преподавателей университета. Я не говорю уже о большом числе людей, которые не работают в Вышке, но тем не менее понимают, что здесь такая вот попытка наезда на свободу высказывания, свободу мысли, если хотите. Она может кому-то не нравиться, но она высказана не в бранной форме. Я никого там не ругаю, не поношу. Но форма достаточно сжатая. Можно сказать, что некоторые логические звенья опущены для того, чтобы... Я уж не знаю, с какой целью я их опускал, никакой цели не было. Это просто короткое, короткое высказывание. Но поэтому никаких, так сказать, я не вижу никаких других последствий, кроме обсуждения этого сюжета. И меня очень радует возможность, я уже дважды или трижды разговаривал со студентами и со студентами по скайпу, потому что я с сентября в творческом отпуске нахожусь, и я сейчас не в Москве. Но студенты, заинтересовавшиеся этой темой разных специальностей, несколько раз обращались ко мне с вопросами. У нас были довольно продолжительные беседы и по внутренним, так сказать, медиа внутриуниверситетским. Было множество интервью, в которых, я думаю, я объясняю свои слова. Вы очень хорошо сжато представили всю эту ситуацию. Я ее представляю примерно в таком же виде. Так что никакого конфликта я сейчас не вижу. Но вы знаете еще, к чему апеллируют на меня никакого люди... давления никто не оказывает. Простите? К чему апеллируют люди, которые, интеллигентно, не те, которые ругаются, а те, которые интеллигентно полемизируют в Фейсбуке, я обратила внимание. Они апеллируют к тому, что на Западе, если профессор напишет там клатчный английский язык, неважно в каком контексте, то у него тоже будут проблемы. Вот вы же преподаете в западных университетах. Если бы вы написали что-то такое там, то действительно ли тоже собралась бы какая-то комиссия? Дело в том, что если бы люди прочитали такой текст, они бы сначала спросили у меня, что вы вообще имели в виду. Да, вот любая комиссия, которая бы собралась, я был бы вызван, может быть, на комиссию. Но дело в том, что никто бы ни до какой комиссии бы дело не дошло, потому что из самого содержания моего высказывания ясно, что речь идет о средствах массовой информации. Речь не идет вообще о языке. Это было бы просто смешно. Поэтому люди, которые на меня ополчились, просто не знают, о чем они говорят. Они не знают, о каком, собственно говоря, в каком состоянии сейчас находится дискуссия о языке средств массовой информации в Америке или о языке средств
средств массовой информации в Германии. Через что прошла Германия, обсуждая свой язык Третьего рейха или ГДРовский, вот этот советский язык немецкий. Вообще, через что проходит каждый день. Да? Существует такая дисциплина, она называется критика языка. И ее подраздел – критика политического языка. Она везде достаточно развита. У нас она, к сожалению, пока развита очень слабо. Хотя есть люди, которые в этой области работают. Но в самом обществе нет готовности принять эту критику языка. Угу. Как, конечно, средство коммуникации и политического воздействия. Но, между прочим... Очень интересно, да, да. Да, между прочим, и в Америке идут дискуссии о языке американских СМИ, о том, какой сейчас период переживают американские СМИ. И, в общем, не все высказываются лестно. То есть эта дискуссия действительно везде существует. Да, мы за ней следим. Сейчас вот вся история, связанная с процедурой импичмента Трампа, высказывание Трампа против... масс-медиа, высказывания про-трамповских масс-медиа против антитрамповских масс-медиа и так далее. Это же колоссальная кухня. А рядом сидят специалисты по языку, по критике языка и анализируют эти высказывания. Иногда анализируют какое-то одно словечко и, конечно, эти высказывания часто эмоциональны, но мое высказывание было даже безэмоциональным. И мало того, в самом конце его, что мне кажется очень важным, я говорю о том, что следующим поколениям придется эти нами оставленные залежи, я себя включаю в этот круг, разгребать и прочищать. Да? То есть эта метафора этих самых авгиевых конюшен, она достаточно прозрачная. Угу. Ну, вы знаете, у меня какой вопрос возник? Я, как человек, который много читает и много пишет о языке, замечаю, я об этом писала, о языковой агрессии, о языковой ненависти, о том, что обычно о русском языке не лингвисты, а люди, которые просто пишут о русском языке, такие борцы за его чистоту, они постоянно как раз пишут о том, что он убогий. То есть они пишут, что мы докатились до такого-то ударения, вот лингвисты разрешили там говорить, я не знаю, включит, а не включит, безобразие, русский язык умирает, русский язык деградирует. Да. То есть если посмотреть публикации о русском языке, мы кроме глаголов «катится», «деградирует», «умирает» или там вот что-то в этом роде, мы больше ничего не увидим. Люди не говорят о том, что язык развивается, он обязательно катится. Но когда кто-то другой говорит, что он катится, как вы сделали, почему-то возникает агрессия. Почему? Ну, здесь есть два основания. Одно основание, скажем так, самое низменное, связано с моим происхождением. Да. Да? Мы должны это назвать не потому, что я хочу сейчас вот давить на жалость, вот я бедный нацмен, которого задели, обидели какие-то шовинисты. Дело не в этом. Я просто хочу как такую вот объективную область это назвать. Да? Вот человек с такой-то фамилией, он не должен, вообще говоря, лезть в наши русские дела. И эта позиция, у нее есть несколько сторон, и для нее есть несколько объяснений. Первое объяснение состоит в том, что советский проект рухнул. Советский проект вот межнационального такого братства, союза, просто погиб. И он погиб задолго до 91 года. И смерть советского проекта оставила русских в самом трудном положении. Потому что русские оказались носителями, именно русские люди, русские по паспорту. Сейчас мы не будем обсуждать, что существует множество всяких, так сказать, смешанных представителей и так далее. Мы говорим о паспортных русских, о людях, которые чувствуют себя русскими. Они оказались в самом трудном положении, потому что, с одной стороны, они представляли собой некое большинство в этой стране, а с другой стороны, они представляли собой носителей языка, который должен был стать общим достоянием всего советского народа. Вы помните эти формулы, да, язык межнационального общения. Да. Такой вот, это был главный язык Советского Союза. Русский стал советским. И вот у всех других народов Советского Союза, которые вышли из СССР, республики и так далее, у них была такая формула. Вот мы сейчас закроем у себя русский язык,
станем вполне литовцами, молдаванами, азербайджанцами, кем угодно. Да, в данном случае совершенно не важно, какую мы возьмем национальность или этническую группу. А вот все русское мы выкинем, потому что это советское. И такая вот десоветизация в форме дерусификации. Это первый такой задевающий пункт. А как быть самим русским? Советское вшито в них идеологически на три поколения. Да? Это, так сказать, так называемое ленинское или сталинское. Оно не просто вшито, а еще и подкрепляется тем, что сейчас происходит. Конечно, конечно. И вот возникает ситуация, когда ты вроде бы... Это только ты, и тебе принадлежит этот язык. Это твоя собственность. Это собственность твоего этноса, твоей вот этой паспортной национальности. И вдруг выясняется, что, во-первых, она... не едино, не целостно. Внутри ее существует вот это что-то советское, которое совершенно невозможно оттуда выкорчевать, потому что оно спаяно с этим. Это первое. И второе, что еще более существенно, появилось несколько миллионов или десятков миллионов людей, которые свои паспортно родные языки не знают или их забросили, а может быть и знают, но не так хорошо, как русский. И которые тоже претендуют на этот язык, говорят на нем, думают о нем, пишут о нем, стараются развивать его, пропагандировать его, обучают этому твоему языку каких-то других людей от Японии до Америки. И вот эти люди в каком-то смысле залезли мне в карман. Они взяли мой язык со своими именами, которые кончаются неизвестно на что. И тут возникает, конечно, коллизия, потому что, с одной стороны, страна, которая нас такими создала, исчезла, вернее сказать, государство исчезло, советское, а с другой стороны, мы-то остались, и мы остались как обломки этого советского государства. И тут один обломок режет, когда он... начинает движение, он режет кого-то рядом находящегося. Вот это надо иметь в виду. Но в основе всего лежит представление о собственности и о человеке, которую эту мою собственность, я, например, допустим, Иван Анохин, и какой-то приходит, какой-то человек там с такой-то фамилией, мне уже не хочется свою фамилию называть, потому что мне надоело видеть ее постоянно где-то, и как кто-то ее склоняет. Ужас. Поэтому я приношу свои извинения возможному Ивану Анохину, который нас слушает. Это придуманная фамилия. И вот этот человек говорит мне о моем языке, черт возьми, как это возможно. Поэтому... мои слова по этой причине многими были восприняты как какая-то сознательная провокация. Но вообще вот эта вся история, она что вскрыла? Ну, помимо того, о чем вы только что сказали, ведь она вскрыла очень много проблем. И сейчас я смотрю, и все новые смыслы добавляются к тому, что произошло. Это оказался просто какой-то вот такой многослойный пирог, на который все нарастает и нарастает. Да, понимаете, дело в том, что, в общем, я этой проблемой, всей этой проблематикой начал заниматься в конце 70-х годов прошлого столетия, когда ездил по обществу знания в разные отдаленные места бывшего Советского Союза, и там сталкивался, впервые начал собирать вот материал. А первые публикации появились через 10 лет после этого, в 88-м году. И вот это я хочу просто объяснить, что у меня это не какое-то там спонтанное одно суждение, которое ни на чем не основано. Из очень многих проблем, с которыми мы сталкиваемся, есть проблемы действительно трагические. И к таким трагическим проблемам относится положение внутри России миноритарных языков. Да, да, вы, например, знаете, там... нам, кстати, вот только что написали зрители как раз про малые языки. Зритель, да, которого зовут Фергат, я надеюсь, что я правильно произношу имя, он пишет, что интересно, про русский разразился такой скандал, хотя человек выразился правильно, а вот про языки малых народов ничего не слышно. А ведь именно их на данный момент фактически запретили и обрекли на исчезновение.
Да, понимаете, ну, тут их формально не запретили, а сделали факультативным изучение этих языков, значит, вот в регионах, которые даже носят имя этих народов и этих языков, да, Удмуртия, там, Чувашия и так далее, так называемые субъекты федерации. И все спокойно совершенно говорят, да, ну, что это языки, они неперспективные, давайте мы их сделаем, ну, кто хочет, кто любит, пусть занимается. Но ответом на это решение, на этот закон, стало самосожжение удмуртского филолога, да, историка. Да, понимаете? И это событие, на самом деле, гигантского значения, гигантской силы, страшное событие. Оно должно было всколыхнуть общественность, действительно. Но абсолютная тишина. Абсолютно, и про него сказали, что он просто, ну, какой-то сумасшедший вообще. Да, он вот это безумие, такой акт безумия. Из-за языка себя сжигать, ну, кто это будет? Но дело в том, что про себя-то люди так не думают, когда они реагируют на мои слова о русском языке. При том, что у русского языка в руках вся система средств массовой информации, вся школьная программа. Целый совет существует по русскому языку при президенте страны. То есть русский язык находится во всеоружии, мало того, у всех наготове эта формула, что он великий и могучий, да, тургеневская, известный обломок, опять, обломок тургеневской фразы. Да. И почему же тогда вы, дорогие друзья, если вы такие могучие, если ваш язык такой великий, почему же вы так вскинулись, когда какой-то человек, какая-то там чурка завоеванная, понимаешь, что-то такое брякнуло об этом языке? А когда другой покончил жизнь самоубийством, страшным самосожжением из-за того, что его язык выходит вообще из обихода, вы говорите, что это просто безумный. Кто из вас безумный? Кто был безумный? Разин, который покончил с собой, или вы, которые кипятятся из-за высказывания другого человека о вашем языке? Так что здесь вот это одна проблема огромная. Многие люди, знаете, просто не справляются с той реальностью, которая им дана, как в мутном зеркале. Они смотрят телевизор, они слушают, может быть, радио, они читают в интернете всякую чертовщину, но при этом они не могут ничего сами изменить. Никакое их высказывание, никакое их выступление никак не может изменить ни их жизнь, ни то, что происходит в стране, ни законы, которые принимаются, ничего. Да? Вот отсутствует общественная дискуссия. Да, Гасан, вот я обращусь к общественной дискуссии, которая разворачивается у нас на нашей странице в Фейсбуке, но некоторые комментарии, конечно, трудно назвать общественной дискуссией, потому что, естественно, как я и ожидала, тут есть комментарии в духе Гусейнов, брысь в Азербайджан, вот Елена нам написала. Да, ну, я понял, да. Выгнать из высшей школы экономики, а вышку вообще закрыть, кто-то написал, то есть заодно вот и вышки досталось. Но некоторые пишут, например, Андрей нам написал, тому, кто знал творчество Гасана Гусейнова, его слова о языке, не были неожиданностью, но профаны вынесли его вырванные из контекста слова на общий суд, что и позволило толпе судить их сугубо превратно. Я буду время от времени читать комментарии, я просто хотела вот еще о чем спросить. Сейчас же на арену вышла фигура другого профессора. К сожалению, это такая ужасная, жуткая, трагическая история в Петербурге. Профессор-реконструктор Олег Соколов, который убил и расчленил свою сожительницу, свою аспирантку. И вот этот случай, я сразу подумала о вашей истории, когда я стала читать комментарии к этой истории, потому что он вскрыл вот эту самую клоачность, о которой вы говорили, потому что если почитать, что пишут о девушке, которая погибла вот таким ужасным образом, о ней пишут вот «сама виновата», и там ужасные слова, эпитеты оскорбительные, что она с ним жила, она молодая, он старый, что она этого заслужила и так далее. И я подумала, вот где клоачность. То есть разговор о клоачности заставил нас увидеть эту самую клоачность в разных ее проявлениях. Да, ну вот это вот, здесь такая действительно страшная история, потому что гибель человека, с другой стороны, невольно наше сознание
пытается реконструировать весь контекст. Да? И мы сразу начинаем думать, что вот эти реконструкторы, это не совсем история, а непонятно что. И в каком-то смысле такая реконструктивная идеология, она может приводить к появлению таких страшных химер. Да? Сама возможность, например, убийства человека из-за того, что он какой-то не такой, и сама эта доступность, скажем, оружия, и все это вещи, которые в нашей жизни стали тоже некоторой реальностью, да, мы можем другие имена вспомнить, да, вот там Стрелков Гиркин, тоже известный реконструктор, и другие люди, да. Да, вот такая получилась такая рифмовка. Два преподавателя гуманитария, значит, один занимается тем, что духовно растлевает юношество своими страшными представлениями о языке, а другой вот нанес такой убийственный удар по человеку. И над этим человеком фактически глумятся, переносят на него, на эту жертву убийства, переносят какие-то свои собственные комплексы, обвиняя ее, ну, как это принято, да, жертва насилия сама виновата. Зачем она надела такую куртку? Вот вела бы себя прилично, и никто бы ее не убивал. Вот примерно такие мы слышим голоса. Конечно, это чисто клачное сознание, что говорить. Да, Гасан, мы должны уже заканчивать разговор. Я хотела еще вот что вас напоследок спросить. Как вы думаете, клачный станет словом года? Вот скоро будут итоги уже подводить. Итоги. Я очень боюсь, что может стать. Я как-то не участвую, к счастью, ни в каких жюри такого рода. Но что, я дело в том, что уж что-то очень... все к тому идет. Да, Ксения, я не знаю. Я просто думаю, что это слово, независимо от того, что я его как бы вот предложил, хотя оно было в ходу, да, клачный газ там и так далее, угу. Технический термин вполне. Но у этого слова есть, так сказать, недостаток и драйв для такого конкурса, потому что очень удобные, учитывая богатство русских суффиксов, мы понимаем, как легко, я уже сам слышал, как мне говорили, что мы эту тему всерьез не разобрали, но отклачили. Да, ну, я прочитал это своими глазами вне всякой ассоциации, да, с моим первоначальным постом. То есть поругались по какому-то поводу, но по существу дело не разобрали. А вот я думаю, что мы сегодня все-таки по существу разобрали большую часть. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что некоторые темы мы разобрали, да, и... Да, хотя, конечно, предстоит обсуждать это еще долго, и... Да, я надеюсь, что в мирном контексте, в миролюбивом контексте. Спасибо большое, Гасан, за этот разговор. Я напомню, что спасибо, с нами, Ксения, на прямой связи был Гасан Гусейнов, филолог, профессор Высшей школы экономики. И говорили мы о русском языке, говорили о том, что с ним происходит, о том, почему люди так реагируют остро на высказывания о русском языке. И, в общем, то, что произошло с Гасаном, то, какую реакцию вызвал его пост, это заставило очень многих задуматься о многих проблемах, о которых мы, конечно, еще будем говорить. Спасибо всем большое за внимание. Я Ксения Туркова. До встречи.